Станок форматорастроечный Robland после комплексного технического обслуживания. Модель NZ200, в том числе замена подшипников на основной и на подрезной пиле. Станок оснащен электроподъемом пилы, электронаклоном. Естественно, включаем основную пилу. Включаем звезду. Включаем подрезную. Так, ход каретки пилы. Параллельный упор, естественно, с доводкой. Флажки, естественно, линзованные. Две штуки. Видите, копеечка-линейка. Машина полностью готова к работе.